Торт микадо – это национальный армянский десерт, представляющий собой многослойный торт, состоящий из нескольких коржей и крема. Мы сегодня приготовим по классическому рецепту. В миску добавляем сливочное масло, сахар и взбиваем миксером до осветления. Добавляем ванилин или ванильный сахар. Не прекращая взбивать, добавляем яйца. Далее добавляем сметану и продолжаем взбивать. Добавляем соду и муку. Далее тесто вымешиваем руками. Вот такое тесто у нас получилось. Делим на части. Формируем колобки. Пока отдыхает белое тесто, приготовим шоколадное. Повторяем так же, как и с белым тестом, только добавляем какао. Thank you.
Раскатываем тесто по диаметру 22-24 сантиметра. Протыкаем вилкой, чтобы не пузырилось. Отправляем коржи выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Шоколадное тесто раскатываем прямоугольником. У горячего коржа обрезаем края. Готовим крем. Подробный рецепт крема есть у меня на канале. Ссылка в описании. Крем готов, собираем десерт. Белый коржи соединяем белым с кремом, шоколадные темным.
украшаем десерт тертым шоколадом. Отправляем наш десерт в холодильник пропитаться на несколько часов. Достаем десерт из холодильника и режем на кусочки. Торт Микадо невысокий, традиционно имеет квадратную или прямоугольную форму и подается нарезанным на небольшие кусочки. Торт очень удобный, особенно для новогодних праздников, поскольку хранится он очень долго. Недели две точно, и при этом становится и только еще вкуснее. Кстати, его можно даже замораживать. Поэтому можно угощать гостей достойным десертом в течение всех праздничных дней. Кроме того, его можно и нужно приготовить заранее, за 2-3 дня до праздника. А в случае необходимости коржи можно приготовить еще раньше. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!